is on a train? Affirmative. Command identified an emulsion sinkhole as our primary target. The train's going to deliver the bomb. Your targeting data will be released. So where to now? You'll rendezvous with the train at Timgad Station. Copy that. Delta out. Так, let's get this bridge down. Bear, you're with me. Dom, Cole, you watch our backs. Сейчас я вроде как убавлю звук, у меня из-за Windows Live, а все начало вообще, блять, сбросилось сохранение. Однако пятая глава, sweet. Да? Sweet. Sweet. Вот, ну так вроде как нормально. Пятый акт у меня был открыт, и это меня, собственно, и спасло. Еще неизвестно, что с Dark Souls'ом у меня будет, если, не дай бог, что-то сотрется. Я не переживу, блядь. 22 часа, как коту под хвост будет. Просто Dark Souls еще не заходил, я проверял мультиплеер эпизодов. Опа-на. А, мультиплеер эпизодов Liberty City таки работает, все отлично. Однако Dark Souls остается под вопросом. Но сейвы я перенес, и они не остались. Я думаю, если сейвы есть, в принципе, все должно работать. Сюда. В GTA вообще мало так народу играет. Может, там еще и учитывая то, что играют еще игроки с Xbox, хотя я не думаю. А может и они навряд ли. Игроки с Xbox не играют. Просто у меня вот в памяти остается то, что там CS хотели сделать, ну, консоли и ПК. И вы знаете, что консоли, конечно, это консольные игроки на джойстиках играют, так ПК-шники их просто вынесут на клавиатуре. В общем, пятый акт, осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, 3-2 летсплея, и мы пройдем. Shit! They were waiting for us! They know what we're doing! Control, this is Delta. We're stuck at an open drawbridge. We need to restore power to this sector. Please advise. Copy that, Delta. Stand by. I see downed electrical lines near your location. Follow the waterfront to Nassar Memorial Park and attempt to repair. Roger that. Dom, you're with me. Bear, Cole. You two guard the ATC. This is nuts. There's gotta be another way. Bear, my squad, my call. Be ready to move as soon as the power comes back online. Whatever, boss man. Так, движемся дальше. Отремонтируют нарушенную линию электропитания. Так, ну опять же, нам надо в дом, где... Кто-то бегает. По-любому тут сейчас замес нас будет. Man, you sounded just like your old man back there. Yeah, well, screw my old man. He thought he could prevent this war, and look what happened. Yeah, well, now his mapping data is gonna help end it. Somehow, I don't think he'd appreciate the irony. Так, кто-то, видимо, дырки прорывает. Все время вот за игру, все время землетрясение. Что, убить его не смог, что ли? Шапки. А где они? А, вот они ползут. Как мини-игра, походу. Куда ты кидаешь гранату?
Блять. Какого хера? Сейчас я вообще вот как бы на джойстике более-менее играю. За недельку, даже за неделю полторы я привык. А ну не закрывать ты. Что за фигню? А, там кто-то заставил. Что делать? Обходить. Это вас не хватало. Marcus, satellite update shows Nassar Park crawling with locust activity. There's an alternate route, but you'll have to backtrack to the bridge. No time. Baird, you copy this? Don't we have a train to catch? Coordinate with control, get to those lines. We'll clear the park and meet you there. We're on it. Так, контрольная точка. Нам надо зачистить парк. Куда теперь возвращаться нам? Обратно, что ли? Хотя чувак стоит вот там. А зачем мы тогда сюда приходили? По-любому какой-то вход должен быть, или выход, или что тут. А, было просто перепрыгнуть. Черная дыра. Так, ну чё, в укрытие. Тут, видимо, какой-то комплекс, отдых какой-то был. Блин. Блять, дебил напарник, дебил. Я говорю, вот ты дебил, полный. Генератор какой-то. Так, иди отсюда. Нафиг, нафиг, нафиг. Может, если б я создал вот тут в этой игре, как он называется, профиль автономный, то сохранения бы вернулись. Вот это непонятно, конечно, с этими профилями за мультиплеера GTA, конечно, немного подпортил. Блять, и настроение, и тоже испортил. Ну ладно, в принципе, чё расстраиваться. Ебать. Вот это наглый пида. Ой, жесть какая. Они еще умеют перепрыгивать. Мой напарник дебил по сравнению с этими саранчой. Полный дегенерат. Ну, напарник, в смысле, бог. Не подумать, что я... Кто думает, что я играю с этими, с людьми? Да нет. Gears of War уже никто там не должен играть. То если вот GTA не играют, то там почти никто. То Gears of War тем более никто не играет. По тангу сейчас играют, в принципе. Как обитель зла пятый. Вообще шестой меня так расстроил, блядь. Давно сделали наподобие пятого. Не, ну пятый я бы не сказал, что говно, но, блядь, если сравнивать с третьим, ностальгией, так сказать,
Это полное дерьмо, что они там сделали в шестом. Особенно там, где патроны тебе показываются, как это называется. Сука, статистика, блядь, патронов, вся хуйня, какое оружие. Полное говно, что они там сделали. Даже на ПК даже даром не надо, если честно. Кстати, на ПК она вроде и не вышла. Что, чё там, это когда вот где-то ещё там Assassin's Creed 3 ждать надо, и Call of Duty так особо и не жду. Это срок денег, уже все знают. Она их там много. Мой напарник спит, блядь, как его называется. Она вон что, выжил? Она мимо этого. Сука. Пролетела мимо головы. На козырька лишнего. Чё, всё? А он ещё бегает. Так, сейчас надо запулить туда гранату. Я так вот думал, что они по кому не попадут, тем более по одному. Он мой против этот. Друган нужен. Ой, блядь. Вы чё так пугать? Форс-мажор сделать. Ах. Как тут выманить этих гадзил, блин? Нифига. Ну ладно, фиг с ним, блядь. Блядь, еще этот напарник дебил. Снова лег. Так, нас где-то бумер. Или чё? Кого-то не можешь прицелиться, дебил. Никого и нету. А не уже есть. Фух, слава богу. Наконец-то. Это было что-то с чем-то. Это был напарник. Тупой. С умными... С умной саранчой. Что там? Фух, сейчас что-то будет большое, походу. Да спрыгивайте, давай. Can you see anything up there? I think so. Just up ahead, across the park by that old theater. We'll move out and get Jack to start the repairs. We'll meet you at the power line. Grubs! It's game time, baby! Нет, это всего лишь квесты. Блин, они что-то вроде как нас окружили. Гляньте, дофига уже стало. Развивается. Как пытаются. Не знаю, кого я там попал, блядь. Тут сюда пиздец, как трудно прицелиться. Тем более попасть в кого-то. Надо план Б. Так, что тут есть? О, вот это нам пригодится. Друзья.
эту пушку. То есть нету зачем на пушку сесть. А он там еще. Давай, ломай. Ты там сюда попал, мы все успели. Ладно, возьмем, покараем. Это на пушку может залезть, это будет проще. Раз они тоже такие тупые не могут подраться сюда. Вообще, этот Gears of War самый галимый АИ, который я видел. Самые галимые боты. Как и напарники, так и саранча. Саранча, я говорю, умные. Под огонь не лезет. Там, если в мафии, например, или в GTA, там чуваки сидят и ждут, пока ты вылезешь, то тут они сами вылезают. Все. Ничего. Ладно. Чем по трупам, а? А, вот. Все. О, бумер. Бумер. Это, в принципе... Ой. Я отсадим. Шапку где-то. Я там на бумера сказал. А, в реальной... Макаки пришли. Так, ну давай сейчас. Подпрыгнем. Куда? Что-то я вот все время кашу. Ой. Он после двух пуль должен был сдохнуть. Или у него голова титановая. По линиям питания идем. На парнище. Днище. Блин, реально днище. О, патроны. Патроны не помешают никогда. Блин, с откуда мода они берут с ноги? Бахают дверь. Какой-то динамичности не придает, сука, заговорился. Delta, the train commander reports that locusts are heading their way. What's your status? Потом двери технички моют. Я думаю, вот эта школота, она именно и взяла с той игры, вот, типа, вот как двери вышибают с ноги, да, в классе, вот точно вот тут такое. Вот, сейчас вот что-то большое, да? А, это вот тот чувак, который за нами гнался. Нигер явно дурак. Он бы его сейчас шлепнул. А, они его отводят куда-то. Гамазавр. Она у Маркуса морда, как будто он кислых помидор обожрался. Прорывная дыра. Опять идти. Парки региона. А чё, кстати, на китайском это будет жопа. Реальная жопа. Блин, в этой игре я ни разу бабы не слышал, только ее голос слышал. Давай, стреляй в него. Бам! Who's next? Ты? Всё нормально. Lock and load.
Пила. Еще хотел его порезать, пойти. Он дружок подумал. Ай, граната. Граната, бежим, сука, бежим, бежим отсюда. Катимся отсюда нахер. Так. Не поймешь, где... О. Пойму в голову, что это с 300 попал. Let's do this. Фух, наконец-то, а как я люблю вот этот звук. Пердение. Say again, control, you're breaking up. That doesn't sound good. Think we can still make it in time? If we don't, we're gonna spend the rest of our lives running from shit like this. Так вот сразу. Так, вперед. Вперед. Будем отсюда. Буду болтать. Он вылез. Проси пощады, ублюдок. Ну и что тут делать? Как-то обходить придется. Ну куда, блядь? Стоишь как баран. А вот. Oh yeah, Marcus, Brumac's gone. Thank you very much, and we're headed back to the power line. Shit! Теперь мы четверо. Они. Я думал, у нас уже четыре. Сюда идти. А, здесь смотрите. Есть медальон. Так. Ну что за фигня? Не вылазят? Не хотят? Блин, они похожи на охотников на за привидениями. Реально. Я что-то вспомнил. Как раз четверо. Хотя охотников за привидениями вроде как пятеро потом стало. Похуй. Ага, вот. Дырочка. Снайпер это. Это что-то не стреляет, по-моему. Дебилы, гранаты. Прям перед окном кидают.
Блин, он идет. Удар. И что делать нам теперь? Что, бежим отсюда или что делать? Блин. Куда ты стреляешь, дебил, реально? Что ты делаешь, там никого нет, там сзади. Так, сюда нам надо, да? Control, this is Delta. We've repaired the power lines, but there's a Brumac here. Please advise, over. Anya, do you read? Must be a secret. Close. Okay, looks like we're on our own. And we need to hustle. There, Cole. Regroup with us behind this theater. Так, теперь мы должны возле театра встретиться. Ну, в общем, все, на этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр и всем удачного дня. Пока-пока-пока.